В День космонавтики тематические классные часы прошли по всей республике. Вместе со школьниками о заслугах нашей страны в деле исследования космоса и перспективах покорения Вселенной рассуждали и депутаты Госсовета Чувашии. Депутат Госсовета Олег Дельман рос в те годы, когда каждый школьник мог на зубок пересказать биографии всех космонавтов, названия кораблей и места их приземления. И сегодня он с удовольствием вспоминает об ученом Константине Циолковском, конструкторе Сергее Королеве, первооткрывателе космоса Юрия Гагарине и о космонавтах-уроженцах Чувашии. Подробно и увлекательно прозвучал рассказ об испытаниях, через которые пришлось пройти будущим покорителям космоса. Мне бы хотелось осветить вопросы, как же создавался отряд космонавтов, какие критерии были в данном отряде, как проходили подбор и как осуществлялись мероприятия по подготовке к выходу в космос, к вылету в космос. И мне бы хотелось очень многое осветить, просто в интересной беседе рассказать учащимся интересные факты. В нашей стране есть чем и кем гордиться. И одно из важнейших мест в списке достижений занимает исследование космоса. Олег Дельман уверен, такие уроки патриотизма современной молодежи просто необходимы.